Величественный, могучий хищный представитель в мире птиц, американский белоголовый орлан, знаменит по своему темно-коричневому оперению, а его голова и хвост оперены светлыми перьями. Птицы и их перья были священны для многих коренных народов задолго до того, как белоголовый орлан стал символом Соединенных Штатов. Орел защищен несколькими государственными, федеральными и международными законами. Белоголовые орланы являются крупными птицами. Длина самок достигает 109 см, размах крыльев около 2,5 метра, а вес более 6 кг. Самцы примерно на 25% меньше и достигают веса около 4,5 кг. До 80% белоголовых орланов погибают от несчастных случаев или голода, не достигнув взрослого возраста, но те орлы, которые становятся взрослыми, в возрасте около 5 лет, обычно живут от 15 до 25 лет. Некоторые из них даже прожили более 30 лет в дикой природе и почти 50 лет в неволе. Белоголовые орланы, достигшие зрелого возраста, обычно спариваются на всю жизнь. Некоторые из них имеют триадные партнерские отношения – два самца и одна самка, или, что более распространено, две самки и один самец. Поскольку белоголовые орланы часто используют одно и то же гнездо в течение многих лет, их жилища могут достигать более 2 метров в ширину и 6 метров в глубину и весить 2 тонны. Пара начинает собирать гнездо из больших палок за месяц или два до спаривания. Орлы – отличные пловцы. Они используют свои крылья для выполнения того, что по сути является грибком-брасом. Обычно они делают это, когда подтаскивают к берегу крупную рыбу.